За сутки в Дагестане в нескольких ДТП погибло 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. Рано утром минувшего дня страшная авария произошла в Хасавюртовском районе. 29-летний водитель «Приора» из-за несоблюдения дистанции столкнулся с движущимся впереди КАМАЗом. В результате погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. В Кунтаркалинском районе произошло еще одно смертельное ДТП. 22-летний водитель Kia Rio на большой скорости врезался в дерево. Погибли водитель и его пассажирка. Еще одна девушка пострадала. Днем ранее в ДТП погибли двое мужчин в Бабаюртовском районе. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В этом году на дорогах республики уже погибло 223 человека. Из них 25 только в сентябре. Основной причиной совершения дорожно-транспортных происшествий остается столкновение транспортных средств на встречной полосе. Вторым является наезд на пешеходов, где в основном именно водители нарушают правила проезда пешеходных переходов и не предоставляют преимущества в движении пешеходам. Пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем жителям, гостям республики, всем, кто неравнодушен к такому положению вещей. Задумайтесь, остановитесь, остановите тех, кто нарушает рядом с вами.